Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам о новых секретах PUBG Mobile, таких как падение с большой высоты без потери хп, как залезть на крышу ангара и найти выгодную позицию, как добраться до секретного острова и уплыть оттуда, а также множество новых и крутых нычек и секретов. Не забудь подписаться и поставить лайк на канал. Ну а мы начинаем! Первая нычка находится на контейнерах в локации Георгопол. Чтобы в нее попасть, нам нужно забраться на кран и на нем найти платформу под балками. Лечь над этой платформой и попытаться протиснуться вниз, чтобы упасть на платформу, как показано на видео. Таким образом, мы попадаем на платформу, откуда открывается хороший обзор на противников, и ваши враги не будут ожидать этого. Вторая фишка находится недалеко от контейнеров, на крыше гаража. Чтобы попасть туда, вам достаточно залезть на крышу дома, который находится рядом, и перепрыгнуть на гараж. Данная позиция очень выгодна для того, чтобы принимать всех, кто поедет с контейнеров, ведь здесь вы максимально незаметны, и враги даже не подумают, что вы находитесь там. Третья фишка обосновалась в Сосновке, на большом заводе. Позиция, с которой вас не заметят, находится на трубах, куда очень легко залезть, как показано на видео. Отсюда очень выгодно просматривается вся комната, а противники даже не будут ожидать, что вы находитесь именно там. Четвертая фишка находится в локации тюрьма. Там можно легко попасть на крышу ангара с помощью рядом стоящей вышки. Необходимо залезть на вышку, как показано на видео, а оттуда перепрыгнуть на крышу ангара. С крыши мы попадаем на балку внутри здания. Оттуда можно легко принимать всех, кто зайдет в него. Еще на крышу такого ангара можно попасть на локации Мильта, но уже при помощи мотоцикла. А теперь очень крутая пятая фишка, о которой мало кто знает. Я расскажу, как можно упасть с большой высоты и не потерять ни капли хп. Все, что вам нужно, это ваш напарник, добрейший товарищ, который не откажет в помощи, который будет лежать внизу и ждать вашего прыжка. Вам нужно упасть точно на него, и тем самым урон от падения не пройдет по вам. Это очень полезная фишка, которая сможет спасти вам жизнь в экстренных ситуациях игры. Ну и бонусом к видео я хочу вам рассказать о секретном острове, на который можно прилететь на парашюте, залутаться и уехать на лодке в основную локацию. Все, что вам нужно, это выбрать правильную траекторию самолета, со стороны Сталбера или в его сторону. Выпрыгиваем и летим строго в сторону этого острова, раскрываем парашют и приземляемся. На острове находится самый лучший лут и возможно найти флайерган. Также не забываем брать бензин, так как с этого острова долго плыть, и он точно понадобится. После того, как залутались, ищем лодку, которая припаркована у острова. Садимся и уплываем. Сразу хочу предупредить, что не проверял шанс спам на лодке, но я нашел ее с первого раза, и скорее всего вам тоже повезет. На этом я хочу закончить видео, так как секретов в этом видео было раскрыто много, и даже один бонус. А если тебе понравилось видео и ты ждешь продолжения, то обязательно ставь лайк и пиши об этом в комментариях. Также, чтобы не пропустить новые секретные ролики, обязательно подпишись на канал и включи уведомления. А если секретов тебе показалось мало, то на канале есть еще первая часть с 5 крутыми фишками. Всем спасибо за просмотр.